Привет, привет, мои дорогие. Мы скоро собираемся на пляж. А пока на 335 рублей я купила фруктов. Хозяева привезли то же самое цены на рынке, и ходить нам никуда не надо. Идем, поедим. Ну, как раз нам хватит. У меня сегодня, кстати, я с утра встала, уже у меня понедельник такая. Уже там мы решили, как что все сделаем, как это, Рите говорю, там т.д. там нас отвезти. А потом что-то такая не поняла. Меня поздравляю с Днем молодежи. Говорю, блин, а что? Ну, у нас свои планы. На вторник был маленький день, хотели сделать по-другому. И я все объясняю Рите. Потом оказывается, и я говорю, мол, ну завтра там уже все, последний день, в принципе, ну скоро, да, там. И оказалось, сегодня воскресенье. У нас еще понедельник. Сегодня день. Завтра день и послезавтра день. Так что загораем, купаемся и ни о чем не думаем. Решили перекусить фруктов. Вот, ну, такие абрикосы у нас, конечно, 250, нифига стоить не будут. А вкусные. Обалденные. А в нижнем я их и есть-то не буду. Хотя я люблю варенье из абрикосов. И как черешня-то? Вкусная. Ладно, едим. А Мишка что там все считает? Ань, как там считаешь? А я думала, деньги халявные. Да, а Маша нас учит, как будем считать, приедем из отпуска, будем считать деньги. Я специально куплю тетрадку, сколько я трачу. Я даже не знаю, сколько я здесь трачу. А, интересно. Но у меня нет здесь тетрадки, не ручки, а в телефоне уже заморачиваться не хочется. Ой, а что у нас дверь чуть закрыта? У нас открыто тут, сейчас кондиционер включать не хочется, потому что на низкие температуры холодно, а теплое включать нет возможности. В общем, мы скоро собираемся на пляж, потом пообедаем, потом опять на пляж. Так и день пройдет. Понедельник у меня сегодня. Я начала видео записывать, говорю, у меня сегодня понедельник. Представляете, да? Я уже и завтрак на понедельник заказала. На завтра мы, думаю, обедать не будем. Я говорю, завтра обедать это. Мне только я завтрак себе. Мы решили на пляже пообедать. Там мидии, да, Нюшечка? Нюшечка. Мидиями, да? С картошечкой фри. Не во вторник. Так я говорю, я все перепутала. У меня сегодня уже завтра, уже вторник. Ой, Наташа, Наташа. Так что во. Всем пишу, что осталось 2 дня, а осталось 3. Наташа. Что же делать? Что же с меня взять? Так что очень все, всех обняла. Мы фрукты покушаем сейчас и пойдем на пляж. Что-то какая-то я грязная. Хотя мылась иногда, моюсь. Да. Всем пока-пока. Чмоки-чмоки, ваша Наташа.